у территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год они составили более 20,5 миллиардов рублей. Исполнение бюджета фонда за прошлый год рассмотрели на заседании регионального правительства. На что были потрачены средства, расскажет наш корреспондент. Часть средств территориального фонда обязательного медицинского страхования направлялись на закупку нового оборудования для больниц. К примеру, за счет областных средств ресурсов фонда приобретается высокотехнологичное оборудование для районных больниц Верхневолжья. Принято решение за счет областных средств и частично денег фонда установить МРТ в городе Ржев. Кроме того, это оснащение предстоит сейчас Бежецкой межрайонной больнице. Конечно, это повышение средств на проведение диспансеризации и профессиональных осмотров. В прошлом году за счет средств фонда приобретены эндоскопическая система для проведения колоноскопии для детской областной клинической больницы, рентгенотелевизионный передвижной хирургический аппарат с С-дугой для Вышневолодской ЦРБ, цифровой флюорограф для Кувшиновской ЦРБ. В этом году дополнительные средства территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделены на строительство газовых котельных для центральных районных больниц Тверской области. В этом году наметили работы, чтобы запустить в следующем году уже на природном газе котельные в Максатихе, в Рамешках, в Вышнем Волочке, центральную областную больницу в городе Твери. Это тоже очень достаточно серьезная работа, которая должна быть синхронизирована и с процессом газификации нашей области. Также в прошлом году средства фонда направлялись на предоставление медицинской помощи жителям региона, софинансирование расходов муниципалитетов на оплату труда медиков, проведение диспансеризации. Приоритеты на текущий год – это увеличение охвата населения диспансеризацией, профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением, развитие ранней диагностики онкологических заболеваний.